Не стоит бояться, что путешествие будет однообразным. Дороги, по которым мы отправимся в путешествие, не совсем обычны. Ее хочется слушать и восхищаться красотами, о которых она рассказывает. Талант увлечь гостей своим рассказом. Вот что зацепило жюри всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в Марине Вильдановой. Уже 4 года она проводит экскурсии по Астраханскому заповеднику. Очень большое удивление, когда наши астраханцы вот уже приезжают в заповедник и говорят: «Нас же, какая красота! Я всю жизнь прожил в Астрахани, но не знал, что у нас бывает так красиво». Марина попала в число 200 финалистов, при этом заявок на конкурс было более 21 тысячи со всей страны. «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, ивент-менеджеры, представители других креативных индустрий – все они в рамках конкурса могут получить в наставники именитых рестораторов, ательеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка. Марина Вильданова, хоть и не стала в итоге победителем конкурса, но приобрела бесценный опыт. У нас были и какие-то обучающие круглые столы, у нас были очень интересные задания, которые мы выполняли. Поэтому удалось на самом деле приобрести как раз-таки много знаний в сфере туризма. Получила 2 также обучающих сертификата. Вот это и менеджер по туризму, то есть который позволит мне вдобавок к биологическому образованию получить какие-то более полные знания в сфере туризма. Ну и еще один курс. Конкурс «Мастера гостеприимства» в этом году проводили впервые. Уже стартовал прием заявок на второй сезон. Регистрация проходит на официальном сайте конкурса и продлится до 15 января. Марина Вильданова не скрывает своего желания добиться победы на этот раз.